встретиться с легендой российского балета и хореографического искусства Андрисом Лиепой и прикоснуться к великому танцевальному искусству мирнинцы смогут на этой неделе. 6 октября в Алмазной столице стартует ежегодный фестиваль «Настроение Алроса». В течение 3 дней благотворительным фондом «Илза Лиепа» в рамках фестивального проекта «Якутия танцует» пройдут мастер-классы с российскими хореографами и преподавателями, а местные детско-юношеские танцевальные коллективы представят на суд звездного жюри свои умения и мастерство. Победителей и лауреатов смотра конкурса торжественно наградят. Мастер-классы для мердинских танцовщиков пройдут в танцевальных залах ДК «Алмаз». Один из них проведет лично народный артист России Андрис Лиепа. Классы по современному джазовому и народному танцу проведет Игорь Пиворович, заслуженный артист Российской Федерации, хореограф-постановщик проектов «Лед и пламень», «Танцы со звездами» и «Болеро». О том, как правильно дышать во время танца, держать ритм, а также о секретах эстрадного танца, расскажет лауреат международных и всероссийских конкурсов, педагог и режиссер по пластике Дмитрий Антипов. 7 октября в 16:00 у мирнинцев будет уникальная возможность лично встретиться с народным артистом России, деятелем искусства, хореографом и представителем знаменитой балетной династии Марисом Лиепой. Чтобы прийти на встречу, надо отправить заявку на электронную почту фестиваля настроение.фест@alrosa.ru. Заявки принимают до 10:00 7 октября. В завершении фестиваля 8 октября, в воскресенье, в 19:00 мирнинц увидит на сцене ДК «Алмаз» гала-концерт «Андрис Лиепа 6:00», где также участвуют звезды мирового балета. Вход на спектакль бесплатный, но по билетам, так как количество мест ограничено. Билеты можно получить в кассе Дворца культуры «Алмаз» 5 октября.